халапеньо халафуего. Или джалафуего. Вот такой небольшой кустик. Он очень себя нагрузил. И вот здесь у него еще бутоны есть. Скоро еще будут завязи. Он уже наращивает следующую массу зеленую. Я убрала листочки внизу. Они еще прям совсем бодренькие. Но вот до развилочки все убрала. Вот эту вот еще надо убрать. Пасыночек. Не нужен он тут. Вот 4-литровый горшочек. Уже третью неделю сидит. Собственно говоря, они завязались в 2-литровом горшке. Конечно, это ему тесно было. Ну и 4-литровый горшок ему вполне нравится. Посадила в широкий горшок, не в высокий, как обычно мы это делаем. Просто горшков не хватает. Уже то, что есть. Ну, вполне для домашнего выращивания вполне пригодный перец. Кто хочет халапеньо вырастить на окошечке, но почему бы нет? Конечно, этот перец предназначен для грунта. В грунте он бы себя показал еще мощнее, более урожайнее, хотя уже куда более для него. А так вырос бы более мощный куст и дал бы больше, конечно, урожая. То есть для грунта могу его посоветовать, конечно же, но и для дома вполне пригоден. Красавец. Еще перецветы у него какие красивые. Это покажу попозже. Он очень красиво перецветает, потому что темные. Вот сейчас он уже готов для маринования. Но чтобы собрать семена, надо будет еще месяц подождать. Он очень долго краснеет, долго спит. Потом, когда чуть станет мягче, можно будет собрать семена. После красноты покраснеет, еще недельку минимум подождать. И собирать семена можно.